Всем большой привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор на косметику Тони Моли, корейский бренд, и рассказать о некоторых продуктах, которых я использовала. Начнем с того, что данный бренд уже очень давно известен на рынке, и много кто пользуется, но как-то мне все не доходили руки, и тут я доехала до магазина «Подружка», в котором у нас представлен, и, знаете, вот попав в магазин, я впервые захотела потестить именно не один продукт марки, а несколько, то есть набрать чего-то разного, и, соответственно, из этого сделать вывод. И конкретно сегодня речь пойдет о масках, тинт у меня есть и пенка. Начну, наверное, с масок. Первая маска у меня будет вот такая, знаменитое яйцо. Их существует несколько видов. По-моему, у меня вот коричневые, еще есть светло-коричневые, белое и золотое. Все они нацелены примерно на один результат. Это очищение, увлажнение. И вот у меня есть затирка пор, а у меня сужение пор. Покажу, как она выглядит внутри. Это вот такая вот сгущенка. Цвет сгущенки. По запаху похоже на гуашь. Не очень приятный запах, если честно. Продукта не так мало, но так как тестировала я, мне весьма достаточно хватило. Что могу сказать об этой маске? Маску я исключительно наносила на Т-зону, то есть в области крыльев носа, ну, то есть, соответственно, там, где существуют у меня поры. Сразу хочу сказать, что какой-то глобальной проблем с порами у меня нет, они небольшие, не жутко расширены, но попробовать решила. Итак, результат от этой маски весьма своеобразный, потому что, в принципе, поры она сужает, как заявлено, чистит очень хорошо, но результат это недолгий, и мне не понравилось, если у вас есть хоть малейшее какое-то шелушение или какие-то красные пятнышки, оно будет жечь. Так как в состав входит глина, то маска, когда высыхает в процессе, она создает такое не очень приятное ощущение, она стягивает немного кожу, но когда ты, кстати, когда смываешь лицо, после это ощущение стянутости уходит. Неплохо. Подводя итог, могу сказать, что маска, в принципе, у нее много аналогов на рынке. То есть это не must have точно, это не та вещь, без которой невозможно прожить. И каких-то вот, что я еще раз пойду ее покупать, в принципе, у меня таких ощущений не осталось. Но, насколько я еще почитала, у нее самые худшие отзывы из этих всех яичек. Эффект есть, но недолгий, то есть недолгосрочно, если вы хотите сузить поры, там очистить, очищает классно, да. У меня нет проблем огромных прям вот с порами, поэтому тот эффект, который был, потом я пару дней не пользовалась, и обратно появились поры такие незаметные, ну небольшие, но в следующий раз брать не буду, то есть я ждала чего-то большего. И следующие маски, о которых я хочу рассказать, которых мне удалось много-много потестить, вот они все, это листовые маски. Делятся они на три типа, это эмульсионный, водянистый и молочный тип. Мне больше всего понравилось молочный и эмульсионный, а именно мне понравилось авокадо и брокколи. Это два вида, которых я прям, мне очень понравились. Все они нацелены на разные результаты. Что-то на очищение, что-то на увлажнение, что-то даже на вот, лимон, на выбеливание лица. То есть, главное, я хочу сказать, что маски мне понравились, не буду томить. Это единственное, то есть, стоят они 60 рублей, и маски действительно на мне работали. Если учесть, что я тот человек, который не люблю в принципе маски, я с ними не дружу, я никогда не заканчиваю тюбики, потому что маска для меня это такое понятие, которое ты должен, как-то, знаете, прям заставляю себя. То есть ты ее наносишь, я боюсь на волосы нанести, испачкаться, просидеть там с ней нужно, она что-то сушит. Вот как-то мне прям вот тяжело идет. А здесь маска мне чем понравилась? Они листовые, вот я сейчас покажу, при вас открою. Вот так она выглядит. Здесь очень много продукта, сразу пока не вытащила, скажу. Это молочный тип, авокадо.
внутри остается очень-очень много продукта. Маска пропитана просто великолепно, с нее аж стекает. Насколько я знаю, даже некоторые люди, используя эту маску, отпускают еще раз в пакетик и пользуют еще раз ей. Держат там в холодильнике. Честно, я попробовала поделать эти маски на протяжении недели. Выбрала те, которые больше мне подходили, потому что, например, если я брала авокадо, оно мне питало с брокколи, а если я брала вино, я, по-моему, и лимон, то оно немножко так прям... Ну, если у вас есть опять какие-то шелушения, оно их подчеркивало, ну, мне сушило, но мне в данный момент там спирт немножко чувствовался, но мне это в тот момент не нужно было, а именно увлажнение. Увлажнение супер справилось. Подводя итог, хочу сказать, что маски действительно работают, я их советую, стоит 60 рублей, эффект я увидела. Самое главное тут просто подобрать тот тип, тот вид, тот результат, который вы хотите. Вот, то есть масками я, правда, осталась довольна, это прям must have у меня сейчас, и главное, что не испачкаешься, не нужно мучиться, как-то их наносить, приклеил, все отлично держится, классная вещь. Так, следующий продукт — это будет пенка для умывания с экстрактом красного грейпфрута, очень классно по запаху, отлично пенится, нужно совсем немножко, нацелена для очищения лица после макияжа, ну просто такая легкая. Много долго останавливаться на ней не буду, работала я, то есть я и умывалась перед нанесением масок, и работают эти средства вместе, в принципе, мне результат нравился. Конкретно там от масок или вот от этого, я не знаю, либо вот опять-таки, что они вместе. Если у вас есть небольшие хоть какие-то покраснения, то будет щипать. Каких-то глобальных от нее вещей не заметила, лицо после нее чистое, да, но второй раз точно брать не буду, так, на троечку, 3 с плюсом. И последний продукт, о котором я хочу рассказать, это вот такой вот у меня будет тинт, Kiss Lover Life Tint называется, в оттенке вишни, который мне совершенно не понравился, просто отвратительный. Сравниваю его с тинтом от Benefit, полное разочарование в нем, потому что если у вас есть хоть какие-то маленькие шелушения на губах, трещинка, это обязательно заполнит губы. У него неудобная, по моему мнению, кисточка, потому что если сравнивать опять-таки с Benefit, у Benefit кисточка как в лаке, здесь именно такая спонжиковая, ей неудобно для меня лично наносить. Если тинт Benefit, он растекается немножко, как-то сам помогает тебе, то это здесь нужно размазывать и следить, чтобы ничего не съехало за края. Неудобно. Ладно, это полбеды. К этому можно как бы приноровиться. Что касается носки, то это очень мало продукт держится. Он как-то остается кусками. Оттенок очень красивый, если первые там несколько минут, правда, очень красивый, глубокий, прям правда такая вишня сочная, но он не держится, забивается в трещинки, подсушивает губы. Не знаю, не понравился совершенно, не советую его. И, забыла вам сказать, еще я пробовала вот такие две масочки, это патчи для глаз и носочки для ног. Но не могу сказать, что у меня какие-то проблемы жесткие есть с синяками под глазами, поэтому это такая развлекуха больше для меня была. Гидрогелевая маска, пластырь для глаз. Я ей пользовалась, у меня такая и еще панда, да, панда вот у меня есть. Пользовалась этими патчами несколько раз. Я не проснулась с таким, что у меня вообще нету синяков, такого, конечно, не было, но, наверное, у кого люди действительно этим страдают, они больше скажут какой-то вывод, нежели я. И носочки для ног, неплохо, попробовала один раз, но, ну, неплохо, в принципе, работает, ножки, пяточки были очень увлажнены, но я больше крема предпочитаю, как-то мне очень настолько дискомфортно одевать носки и вот находиться вот в этом таком
в вакууме, мне очень дискомфортно, поэтому это мои личные. Так что, подводя итоги о марке, хочу сказать, что я, честно, ждала большего. Я ждала каких-то больших результатов. Не только для одного средства, это от масок, да, но и от других каких-то вещей. Очень здорово мне подкупает упаковка. Она вся такая необычная, интересная, яркая, сочная. Но из всего я подчеркнула пока что для себя только маски для лица листовые. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам хоть что-то пригодилось, какой-то отзыв. И до новых встреч. Пока!